Глава 12 книги пророка Иеремии. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть, скот и птицы гибнуть за нечестие жителей ее? Ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустою степью. Сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенеющего гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дам, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.